Он насторожен очень. Он ползет по руке прямо. Это новорожденные хамелеоны. Рот такой открыл, бежит. Смотри, он прям на меня в глаза не смотрит. Ай! Ай, облизывается такой. Ой. А пауки кусаются? Он прям сдавливает руку так. Хай, ты на канале Magic Family, я Аня, и у меня очень много разных животных, но сегодня, ребята, я хочу сразу перейти к делу и показать вам вот это. Я подумала, они завести ли мне хамелеона, поэтому сегодня мы с вами отправляемся в московский магазин «Планета экзотики», и у меня будет к вам очень важная просьба. Так как рептилии на моем канале появляются впервые за всю историю, если вам понравятся эти зверюшки, вы ставите лайк, а если нет, ставите дизлайк, и мы посмотрим, как разделятся наши голоса. Ссылочку на магазин я на всякий случай оставлю в описании к видео, потому что я думаю, многим будет интересно. И поехали! Ух ты! Магазин, ребят, реально достаточно большой. Я не ожидала, что тут так много будет всего и столько самых разных животных. Всякие разные рептилии. Даже есть пауки, скорпионы, ящерицы, змеи, черепашки и даже муравьишки. Ребята, после того, как вы посмотрите всех животных, пожалуйста, помогите мне и проголосуйте в вопросе вот тут, кого выбрать. Вот, ребята, на самом деле причина прихода моего сюда — это йеменский хамелеон. Он, конечно же, мне понравился пока что больше всех. Взял себя же за лапу и пополз. Ну так классно ползает вообще. Он насторожен очень. Он ползет по руке прямо. Какой классный. А может, он запах чувствует других животных? Да. Собак, кошек. Да, но он тут параллельно всех живут. Это новорожденные хамелеоны. Это, наверное, вообще недели две максимум. Я думала, хамелеоны меняют цвет от места положения. То есть, да, если он на ветке, то он коричневый. Вот он сразу пошел пятнами. Ага. Что он не привык, что на руки берут. Рот такой открыл, бежит, бежит, бежит. Деловой, вот сразу, ему не нравится, он сразу вот другого цвета стал. Пятнистые они такие темные. Да, еще он может коричневеть и еще ярче зеленеть. Скидка идет 10% на террариум, 10% на животное. Подождите, если я покупаю одно животное и покупаю террариум, я получаю скидку 10%, правильно? Да. Отлично. Так, ребят, значит, я выяснила еще круче вещь. Для таких новичков, как я, есть уже прям, ой, господи, готовые комплекты, то есть... Я выбираю какое-нибудь животное, и ребята собирают для него дом. Комплекты где можно посмотреть, если что? Комплекты все на сайте есть, можно выбрать. Там под каждое животное в трех категориях собраны комплекты. Типа минимальный, средний и прям красивый максимальный комплект. Круто. Ой, осталось только выбрать, кого мне взять. О, боже мой. Маисовый полос Сёма. Он не кусается, ничего, да? Да, маисовый полос — такая самая-самая-самая классическая змея. Он такой быстрый, прям скоростной, да? Он бесконечно передвигается. Глаза не быстрые, активные очень. У него глаза красные, да? Такие, красноватые. Ну, это очень насыщенный, яркий. Очень яркий цвет. Кстати, сейчас у ребят в группе ВКонтакте классный розыгрыш на маисового полоза. Можешь мне пойти в розыгрыш, поучаствовать, выиграть? На нем подпись просто. Конкурс, и он такой: пожалуйста, выпустите меня скорее. Они называются бородатыми, потому что они умеют распушать свой гребень, вот этот вот. Вот и так она прям такая классическая динозавристая ящерица для тех, кто хочет прям ящерицу, чтобы можно было взять на руки. И она прям ручная, да? То есть ее можно в руках, да, вообще держать спокойно. Почему они так смотрите на меня? Смотри, он прям на меня в глаза не смотрит. Размер ящерицы нужно 2 раза в неделю кормить сверчками. Ага. Вот, менять поилочку и лампу раз в полгода. Угу. По сути, все. Все очень просто. Ай! Все. Ням-ням-ням. Кстати, ребята, если вы не заметили, например, то у хамелеона здесь нет поилки, в отличие от остальных. Это все потому, что они пьют ее из капелек. Надо поливать периодически, опрыскивать, либо фонтан поставить. Я поняла. Синие языки и сцинки. Говорят, что они самые сообразительные, самые умные такие. Вот это одни из немногих ящериц, которых можно не кормить сверчками, а кормить прям всем подряд. Они совсем всеядные, чем разнообразнее корм, тем лучше. Пару сохраняет. То есть он получается моногамный, да? Да. Язык синий, поэтому они синие языки сцинки. Прикол. Ты куда ползешь? Ты сейчас упадешь. Я на самом деле, если честно, только в кино, наверное, в передачах про животных их так близко видела и никогда не держала в руках. И думала, что я буду бояться их держать в руках, а сейчас он просто такой питомец домашний. Вот это вот ресничный банадоед, да? Они на крокодильчиков похожи чем-то. Это он взрослый уже. Да, вот. Ой, такой пополз. Такой хороший.
хорошенький. И облизывается такой. Как кошка. Ой. Решку ест. Рептилии сегодня для меня открылись просто в новом свете. Мне, наверное, самым вообще главным фактором является то, что они все очень дружелюбные, то, что их можно брать на руки. Не просто они там сидят себе в аквариуме и только со стороны на них смотреть. Такой вот небольшой террариум, который вот я сейчас показываю ребятам, он это достаточно для того, для одной там рептилии? Нет. Или чем больше, тем лучше? Чем больше аквариум, наоборот, тем лучше. Большой нельзя давать, потому что они, во-первых, из-за этого стрессуют, во-вторых, они дичают. То есть, когда животные видят то, что прям есть большой объем, оно начинает везде прятаться и быть очень скрытым. Читала про его блефаров. Ой, какие хорошенькие. У них тоже язычок, как у кошки, как у дуноедов. Угу. Вот, и они, как верблюды, накапливают жир в своем хвосте. То есть, чем толще хвост, тем его блефар упитаннее. Самые домашние вараны вырастают до 1.10 м. Их можно брать на руки, когда они вырастают, с ними можно гулять на шлейке, как с котком. Прикол. Тут живет довольно редкий гость нашего зоомагазина. Это плащеносная ящерица. Она интересная. Это вот эта, у которой плащ такой, да? Да-да-да, при испуге она раскрывает свой плащ, ну, капюшон. Ага. Это паутина от паука такая? Сколько она плела эту паутину? Полгода. Полгода? Серьезно? А пауки кусаются? Надо... Правильно брать? Такой цвет неестественный у них. У них такие пальчики хорошенькие. Они же должны жить вот в таких вот условиях, да, влажных. Да, влажных, им нельзя слишком много влажности, и их нельзя перегревать. Лишайстый веслонок. Ой, ой, ой. Ну, у вас много муравьев тоже, да? Выбор большой вообще. Да, да, да. И здесь можно посмотреть еще вот такие вот фермочки прикольные, формикарии. Ну, скорпионы опасные вообще звери, да? Они же могут укусить. Ну, они, ну вот эти вот именно литеромирусы, они примерно как осал кусят. Угу. Ну, типа, неприятно, но не смертельно. Здесь везде змеи? Везде змеи. Офигеть. Королевские змеи. Мысовые плаза просто активные, эти очень активные. Ага. То есть они быстро передвигаются очень, да? Это тигровый питон, он до 4 метров растает. Тигровый питон, только... Другого окраса, ну, немножко, да? Цвет у него другой. Они до 1.70 м вырастают, небольшие. Ну, красивые очень. Да, вот у них вообще шикарный цвет. Совершенно другого цвета, чем остальное тело. Она такая остренькая у него. Это тигровый питон, а это альбинос, да? Да, это тоже альбинос. А почему альбинос? Почему это не окрасом считается? А, у них даже да, глаза какие-то другие. Тяжело ли ухаживать за ними? Ну, по сути, что нужно для ухода за, в данном случае, тигровым питоном? Угу. Нужно раз в неделю поменять ему поилку, один раз покормить. Один раз в неделю? Да, то есть одну мышку кидаешь, он ее съедает, и потом дня через 3 ходит в туалет, там кучку убираешь, и все, по сути, больше вообще ничего делать не надо. То есть сейчас я потрачу, как бы, да, что-то, какую-то сумму, а потом, получается, просто докупаю, да, ну, еду, да, только, все. Ну да, мышка там 100 рублей стоит, ну, вообще не серьезно. 100 рублей, 100 рублей в неделю, это намного дешевле, чем содержать всяких собачек, кошечек, хомячков, которые у меня есть, да. Да, слушай. И плюс тигровый питон сам по себе довольно дорогая змея, тем более это морфные, красивые. А 19 тысяч стоит. То есть обычная змея там еще около 6 мейс и полз там. А, ну то есть можно и дешевле купить, да, если, например, нет денег на такого за 12 тысяч, может за 3 тысячи кого-то. Да, купить, да, вот мейс и полз там 2.5 стоит. Угу. Для содержания змеи нужен вообще очень маленький объем. Это, наверное, самый компактный рептилии. Чтобы, если говорить про удава, нужно, чтобы змея 4 раза, 6 раз свертая в клубок, помещалась в террариум. Угу. И получается, этого ему достаточно, да? Да, да. О, какой он тяжелый, он прям тяжелый. О, какие странные ощущения, я же первый раз в жизни змею у себя держу на руках. О, мамочки, куда он пополз? А он не может удушить меня? Нет? Ну, в смысле, вот они же как бы показывают в кино там такие, как души. А что удав делает? Я говорю, что даже ребенка съесть нужен удав 7 метров. Он прям сдавливает руку так. Она такая розовая, как персичек. Слушай, у меня тут возник вопрос, на самом деле не лучше им жить в природе, а не в террариумах? На самом деле нет, потому что когда они в террариуме живут, у них, по сути, идеальные условия для жизни. У них есть постоянная еда, постоянный корм, постоянная вода. Те же самые хамелеоны. Угу. Там максимум 3 года живут, в неволе они доживают до 5, даже до 7 лет. Кошки и собаки бездомные на улицах, они тоже постоянно болеют и быстро очень как бы покидают нас. А домашние, если за ними правильно ухаживать, то они могут прожить очень много лет. Сложился такой. Хотите змейку? Домой. А-а-а. Не забывайте лайк или дизлайк и скорее помогайте мне выбирать питомца. Либо в вопросе проголосуйте, либо можете сразу пойти на сайт и посмотреть и написать мне в комментариях, кого бы вы хотели увидеть на канале. И скоро увидимся в новых роликах. Пока!